Добро пожаловать на мой канал. Сегодня уже 1 января 2018 года, и пришло время обновить свои ароматы. Новый месяц, новые ароматы. И я хочу вам показать, что я выбрала в этом месяце. Выбиралась, честно говоря, тяжело в этом месяце. Я не знаю почему, из каких соображений, но захотелось мне в этом месяце больше таких, скажем, не зимних ароматов. Я не знаю, как я буду с ними ходить весь месяц, изменю я что-то в них или нет, но пока выбор пал именно на эти ароматы. И давайте покажу, что я в этом месяце выбрала. Первое, что я выбрала в этом месяце, это был, наверное, зимний аромат. Точнее, даже не был, он у меня остается с прошлого месяца. Это Attraction. Такая теплая, вкусная, я бы сказала, сладкая ванилька, с которой комфортно, удобно ходить, удобно ее носить, эту ванильку, обалденный аромат. Не готова в этом месяце с ним расстаться. Все-таки иногда, вы знаете, особенно когда я не знаю, какой аромат я хочу сегодня нанести на себя, у меня сразу рука тянется именно к этому аромату. Все-таки он такой зимний, скажем так, носибельный ароматик. Очень теплый, очень такой согревающий. Мне нравится, я обожаю этот аромат. Поэтому он у меня остается в этом месяце. Буду с удовольствием продолжать им пользоваться. Ой, прошу прощения. Дальше. Следующий аромат, который я выбрала в этом месяце, это аромат от Mary Kay. Это аромат 2016 года, была новиночка у Mary Kay. Вышел он как раз в январе 2016 года, этот ароматик. Поэтому, наверное, я решила его достать именно в январе. Это цветочно-фруктовый аромат. Во-первых, очень красивый такой зимний дизайн у него. Это Forever Diamonds, бриллианты навсегда. Я так, насколько, не знаю, насколько правильно перевожу, но вроде как правильно. Это такой теплый тоже, интересный аромат, в котором чувствуется сразу и цветы, и ванилька. То есть, знаете, я бы сказала, наверное, даже такая цветочная ванилька для меня. Он такой легкий, ненавязчивый. Через какое-то время даже, наверное, практически не чувствую его. Но я бы сказала, наверное, как домашний больше аромат. Или куда-то быстренько выбежать в магазин на улицу, знаете, что-то так по-быстрому. То есть далеко куда-то с ним идти или какое-то серьезное мероприятие или заведение, он не подойдет. Достаточно легкий, интересный. Ну, наверное, и все, что можно о нем сказать. Попробуй с ним походить, ведь я его использовала за это все время. Как только он появился, я его, конечно же, приобрела. И вот за, можно сказать, за 2 года я вот всего лишь так немного использовала. Не знаю почему, но вот решила в этом месяце дать ему еще один шанс походить с ним, попользоваться им, попробовать. Дальше. Следующий аромат, это уже, наверное, все-таки зимний аромат. Ну, для меня это зимний аромат. Это Féerique Sensuelle от Faberlic. В таком вот красивенном дизайне водичка. Очень такой нежный, обволакивающий аромат с легкой восточной ноткой, сочетающий в себе оттенки шоколада и, наверное, терпкой такой ванильки. Я не буду нотки называть, я не помню половину нот в этих ароматах, поэтому, девчонки. Очень пудровый и запоминающийся ароматик, знаете, такой вот
аромат, не знаю, когда ты сидишь в кафе, пьешь горячий кофе с сладкой булочкой, вот что-то такое для меня этот ароматик. И на холодное время этот аромат, несомненно, для меня, мне кажется, в жаркую погоду он совсем не пойдет. Достаточно стойкий ароматик, поэтому решила ему дать тоже место в этом месяце. Буду с удовольствием пользоваться. Дальше. Следующий аромат остается тоже со мной в этом месяце. Плавно так с декабря переходит в январь. Это аромат Good Girl, хорошая девочка, от Каролин. Запинаюсь. От Каролины Эррера, то есть, простите, прошу прощения, вот такая вот обалденная туфелька. Это дорогой аромат, поэтому остановилась на нем. Это восточно-цветочный аромат, такой современный, чувственный, сильный аромат для особенных, так сказать, женщин. А-ля «Меня зовут элегантность», «Томность», «Сексуальность». Такой вот ароматик. Достаточно шлейфовый, достаточно стойкий аромат, очень такой дорогой, в таком вот классном оформлении. При создании аромата Каролина Эррера, кстати, была вдохновлена цитатой Мерлин Монро: «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир». Вот действительно, мне кажется, этот аромат покорит любую девушку, женщину, любого мужчину, поэтому на какие-то такие праздники, сейчас еще целая неделя будет праздников, какие-то такие мероприятия, я все-таки решила оставить этот ароматик, очень он мне нравится, очень люблю его, и он тоже со мной в этом месяце остается. Дальше. Выбрала я в этом месяце два вот таких аромата от Yves Rocher. Это Flower Party, это цветочный диско. И его второй вариант, это как вечерний, да, ночной диско. В общем, почему их выбрала? Ну, во-первых, у меня их тут уже не так много осталось, хочется их уже закончить все-таки. Во-вторых, я не знаю почему, все-таки они, наверное, относятся больше к летним ароматам. Он такой, знаете, ягодно-цветочный компотик, что ли, его можно назвать. Они такие легкие, тоже, наверное, скорее домашние ароматы, чем куда-то с ними далеко не пойдешь. Первый вариант более цветочный, я бы сказала. Он такой сладко-цветочный ароматик. Ну, для дома это вот самое то, потому что для более взрослых, для женщин взрослых, все-таки он такой немножко детский, что ли, аромат. Но мне очень нравится этот ароматик, я с удовольствием его использую. Я люблю сладкие ароматы, поэтому эти не исключение. Второй вариант, он уже более сладкий. И, наверное, цветочных, ну, тут особо я и не чувствую. Здесь уже прям такая ваниль, сладкая ваниль, что-то еще сладкое. Прям сладкий-сладкий, ну, знаете, вот такое ми-ми-ми. Очень мне нравится, с удовольствием пользуюсь. Дизайн очень нравится. Буду дальше пользоваться с удовольствием. Следующий, последний аромат, который будет у меня в этом месяце. Совсем, наверное, не зимний. Абсолютно не зимний. Этот аромат от Avon in Bloom. Вот такая вот красота, посмотрите, какой красивый флакончик. Мне его присылали в подарочек. Свет, привет тебе и спасибо большое. И как-то он у меня так на фоне всех ароматов незаслуженно потерялся. Стоит себе так скромненько. Сегодня разбирала ароматы, какие хочу в этом месяце. И вот увидела его скромняшку. Ну, флакон достаточно нескромный, очень тяжелый, красивый, посмотрите.
Вообще, этот ароматик цветочно-древесно-мускатный, насколько я помню. Могу ошибаться, девчонки, прошу прощения заранее. Этот аромат, я бы сказала, нежный, такой чувственный, женственный ароматик. Аромат напоминает, я бы сказала, даже раннюю, прям совсем раннюю весну. Я слышу цитрус, очень хорошо слышу цитрус, и уже потом где-то отдаленно чувствую цветочки. Такая свежесть, мягкость чувствуется, легкость этого ароматика. Сразу поднимает настроение этот аромат. Аромат достаточно стойкий, его шлейф вы будете ощущать, хочу сказать, в течение всего дня. Ну вот, захотелось в эти морозные холодные дни все-таки чего-то такого свежего, легкого, поэтому с удовольствием буду им пользоваться в этом месяце. Посмотрим, как он пойдет у меня в холодное время. Но вот сегодня прям весь день я с ним. Мне нравится, я его ношу. Такой легкий аромат, ненавязчивый, не мешает, не надоедает. Весной, наверное, будет совсем идеальным ароматом. Ну вот, буду использовать его сейчас в холодное время. Вот такие у меня ароматы этого месяца. Их совсем, как вы видите, в этот раз немного. Может быть, что-то добавится или наоборот уйдет из этих ароматиков, я, конечно, не знаю. Но основное я все-таки хотела бы ничего здесь не менять в этом месяце. Если что-то изменится, я, конечно, вам покажу, расскажу, девочки. Вот такие вот ароматики. Спасибо, что были со мной, смотрели меня. Пишите комментарии. С удовольствием пообщаюсь с вами, почитаю ваше мнение на эту тему. Показывайте свои ароматы месяца. Будет очень интересно посмотреть, какими вы в этом месяце пользуетесь ароматами. И всем пока-пока. До новых видео.